С конца минувшего года в банках отмечают приток клиентов, желающих открыть вклады, поскольку ставки по ним заметно подросли. Даже тем, чьи доходы невелики, финансисты рекомендуют стараться не тратить все, а откладывать хотя бы немного средств, чтобы создать так называемую подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Это позволит чувствовать себя уверенней. Еще специалисты рекомендуют, выбирая банк, обратить внимание на ряд важных моментов. В современной ситуации я бы посоветовала людям, конечно, выбирать вклады банковские как основной инструмент. Почему? Потому что, во-первых, повысилась сумма страхования вкладов. Она сейчас составляет 1 400 000. Во-вторых, сейчас такой период, когда банки предлагают высокие процентные ставки по вкладам, предлагают из-за того, что ограничены рынки поступления денежных средств на российский рынок. Надо пользоваться этим моментом, когда ставки высокие. Основная масса банков, которые представлены в Ярославле и Ярославской области, они входят в систему страхования вкладов. Это очень удобно. Другое дело, что каждый вкладчик должен понимать, в какой банк он несет свои деньги. Входит ли банк в систему страхования? Давно ли существует банк на рынке, где он расположен, является ли банк социально значимым, участвует ли банк в каких-то государственных проектах, входит ли в какие-то финансовые группы, представлен ли хорошо этот банк в интернете, вся ли отчетность предоставлена, посмотреть отзывы и послушать, может быть, советы своих друзей, коллег и так далее. То есть нести надо в надежные, хорошие банки, с тем, чтобы потом не было лишних проблем по получению страхового возмещения.